жилой комплекс «Восточная Европа» в сельском поселении Медвежьеозерское. 6 многоквартирных домов давно сданы и заселены. Построены еще 3 корпуса, но собственники, купившие в них квартиры еще несколько лет назад, пользоваться ими не могут. Они обратились в районную администрацию с просьбой прояснить ситуацию. На встречу с жителями приехали глава Щелковского района Алексей Валов, его зам по строительству Никита Никулин, представители управления по ЖКХ. Прибыл и представитель застройщика Денис Воробьев. Однако внятных пояснений, когда люди смогут заселиться в свои квартиры, дать не смог. Парадокс, но большинство собственников свое имущество даже не видели. Их просто не пускают за забор посмотреть квартиры. Они обращались в разные инстанции, но дома не сдаются. Как объяснил Алексей Валов, разрешение на ввод в эксплуатацию не будет выдано, пока к местной котельной не подведен газ. Она работает на жидком топливе и дополнительной нагрузки не потянет. Обнадеживает, что газопровод проложен, и по решению суда ресурс должен быть подан в течение месяца. Проблемы с поставкой коммунальных ресурсов в ЖК «Восточная Европа» давние. 3 года администрация района пыталась повлиять на застройщика в вопросе улучшения качества воды. Однако до сих пор действенные меры он не принял. И в собственность муниципалитета сети тоже не передает. По поручению Алексея Валова на ВЗУ направлена комиссия водоканала. В случае несоответствия воды нормативам застройщик будет оштрафован. 2 года говорим о том, что необходимо все откадастрировать и передать нам, чтобы мы более эффективно работали с ресурсом. 2 года обещаний и на выходе ноль. Проект ЖК «Восточная Европа» предусматривал большой микрорайон на природной территории с большим количеством социальных объектов, но об этом застройщик уже не говорит. Обещанных школы, детсада, поликлиники, похоже, придется ждать еще дольше, чем квартир. Будем работать над тем, чтобы у них забрать землю, которую по проекту планировки не отвели под эти цели. И в течение 2 лет будем ходить в госпрограмму для строительства садика 1 и 1 школы. Поэтому раньше ничего не будет. 3 года у вас появится только садик и школа. Надо сказать, что районные власти лишь опосредованно могут влиять на взаимоотношения собственников с застройщиком. Тем не менее, жителей в беде не оставят. Ситуацию рассмотрят на ближайшем строительном часе с приглашением всех заинтересованных сторон. 3 человека мы ждем в среду. Вы готовите ответ на все вопросы к среде, к встрече. Мы, соответственно, инициативную группу принимаем. Успехом встречи в ЖК «Восточная Европа» можно считать хотя бы и то, что собственников впервые пустили на территорию новостройки посмотреть свои квартиры. Настолько непрофессиональный подход к решению многих вопросов, настолько наплевательское отношение к людям, что приходится вмешиваться практически в каждый вопрос и градостроительного регулирования, и жилищно-коммунального обеспечения, и бытового обслуживания. Ирина Микеда, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».